А компот? Компот. Здравствуйте, у нас сегодня рыбка вот такая, черпух, морская, семейство окуня. Мы распотрошили, головочки отрезали, хвостики отрезали, жабры отрезали. Сейчас берем соевый соус, специи, приправы, все по вкусу, кому как удобней. Берем кисточку, маринуем соус, рыбку, точнее, маринуем в соусе, вот так аккуратненько. Духовочка у нас разогревается 200 градусов. Рыбку кладем, вот так, потом вовнутрь берем рыбку, промазываем. Соевый соус на глаз, ребят, специи и все остальное на ваш вкус, как хотите. Терпух первый раз кушать вообще будем. Ну и готовить впервые, ничего страшного. Все на любителя, все как надо. У нас вот с одной рыбки вот такая икорка получилась. Одну икорку закладываем в одну рыбку, а вторую половиночку в другую. Берем вот так. Краешек сворачиваем. Хвостики и голову мы отрезали кошкам за ненадобностью. А так, ребят, как хотите. Хотите, оставляйте, хотите, нет. Вот, одна рыбка в противень отправляется. Теперь берем вторую рыбку таким же макаром. Кисточкой силиконовой обрабатываем рыбку. И потом, когда в духовку будем выкладывать рыбку, тогда я включусь. Так, ребятки, вот терпух. Терпух. О, терпух. Первый раз рыбка такая в названии мне попалась. Каждую рыбку в отдельно фольгу засунули. Дальше духовочку мы разогрели 200 градусов. А рыбка у нас заезжает в духовочку. Духовочку мы выставляем. Так, 200, 190, 180 градусов духовочку выставляем, включаем. Да, слышно, как духовочка заработала. Духовочка наша заработала 180 градусов, примерно 40 минут, ребят. Посмотрим, что из этого получится. Так, ребятки, рыбка, рыбка наша простояла 30 минут в духовке. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Ох, горячо, ребятки. Курочка прилипла, сильно было затянуто. Так, рыбка наша готова, ребят. Это вот сюда. И эту скрываем. Ай, горячо прям. О, а эта фольга была меньше затянута. И у нас получается, вот смотрите, рыбка все не кровоточит, ничего.
Все как положено. Главное, фольгу не проткнуть. И, ребят, загружаем мы рыбку минут на 5, на 7 в духовку. 180 градусов, чтобы типа корочка у нас рыбка покрылась. Вот это, конечно, красивая рыбка. Не прилипло ничего, а тут вот фольга немножко прилипла. Ничего страшного, красивый видок уже у рыбки. Кстати, камера фокусирует классно. Видите, какой видок обалденный у рыбки, золотистый. Отправляем в духовочку минут 5-8. Опа. Поехали, моя хорошая. Все, окончательный результат покажем. Итак, ребятки, рыбка наша простояла с открытой фольгой ровно 5 минут. Смотрите, какой цвет обалденный у рыбки получается. Вот. Камера фокусирует неплохо. Ну, снимаю на телефон, но однако, смотрите, рыбка покрылась курочкой, прям просто прелесть. Хорошая рыбка получается. Одна немножко вот тут шкурочка отвалилась, к фольге прилипла. Ну, ничего страшного. Все, ребят, забегая вперед, с нижней стороны вот эту рыбку я попробовал. Обалденная рыбка. Но опять же, соус какой хотите, делайте. Самое главное, 30 минут она простояла в духовке. Закупоренная фольга была. И потом 5 минут с открытой фольгой. В итоге получается 35 минут, температура 180 градусов.